Так выглядит вход в шоу-бизнес. Вот такой скользкий. Вот. Вход и выход. Ледяные скульптуры. Я люблю Илек. Тут каточечка. Помнится, Максим Галкин ругал туалеты на наших российских трассах и так далее, что их нету. Вот, чистенькие, хорошенькие. Надеюсь, я не ошибаюсь. Лампочка горит. Все, замечательно. Вот, дальше показывать не буду. Ну все, в общем, великолепно. Обожаю в городах, когда есть свободное время, ездить, знаете, не маршрутками, которые гонят, которым быстро-быстро маршрутчиков деньги, а какими-то троллейбусами, трамваями, где люди, где не так много народу, в основном толпы нет, ты спокойно сел, поехал, и тебе из окон видно город. Конкретно я сейчас в республике Башкортостан, в городе Стерлитамак. Ну, еще сегодняшние сутки, дальше. Вот. Автобус, это, конечно, хорошо, но хочется старым добрым троллейбусом. Электробус, видимо. А вот едет троллейбус. Продолжайте движение 100 км.